На душе у дежурной тепло, настроение праздничное, улыбка от уха до уха. А все потому, что у моих друзей день рождения. Спешу поздравить их в этот радостный день. С днем рождения, мои хорошие! 4 года мы как ниточка за иголочкой. Они дарят мне хорошее настроение. Я им меховые инструкции. Вот такой творческий тандем, который перерос в дружбу. Таким дорогим друзьям нужно дарить что-то от самого сердца. Поэтому я буду дарить воспоминания, которых у нас за 4 года совместной работы накопилось огромное множество. Спасибо большое. Получать-то уже хочу, же надо деньги-то. Я же в меду там. Что, давай сюда мне скорее. Ну сколько можно уже? Так, тихо все. Вот псих. И я не знаю теперь, что делать с этой огромной дырой в душе из-за твоего холодного безразличия. Слушай, давай сейчас я продавец, а ты покупатель. Давай, а потом я продавец, а ты покупатель. Давай. Благодаря им я узнала, что такое орелак, как выглядит мех куницы и сколько стоит шубка из шиншиллы. Вот, например, тебе, Благовещенец, я 1000 раз рассказывала, с чем и как носить изделия из овчины. А кто, ты думаешь, рассказал мне об этом? Они. Они – моя меховая энциклопедия. К ним за этими знаниями едут даже гости из Поднебесной. Сегодня я как турист приехала и сюда покупает с Китая. Уже давно слышали ваш вот этот магазин хороший. И Шэньрикуайлэ. Поздравляем вас. Что тут у нас на очереди? 9 апреля 2013 год. Время летит. Ух! Благовещенка, вот бы все женские мечты сбывались именно так. Я застелю эту землю элитным мехом, только бы тебе было комфортно ходить по ней твоими нежными ножками. Я так подумала, а застели лучше меня элитным мехом. С того момента женские мечты не изменились. Принц на лимузине мне больше не попадался. Зато новинки верхней одежды радуют постоянно. Рукав реглан, помпезная отделка камнями и стразами, кожа необычной расцветки. В честь праздника примеряю это с особым удовольствием. Какие только образы не появлялись на экране за это время. Мужчина, здравствуйте. Позвоняемся. А вы чисто случайно не хотите купить нам шубы? Две. Привет, крошка. Я 5-й в списке Forbes, и я люблю тебя. 5-й? Я тоже тебя люблю. Не улыбайся. Какие только актеры не веселили тебя, зритель. Кстати, актером в сюжете может быть юрист, домохозяйка, шоумен, продавец-консультант. Последние с этим справляются на отлично. За 4 года в наших общих инструкциях кто только не принимал участие. Но такое случилось в первый раз. И только в честь праздника. В этот раз сам клиент примерил на себя роль модели и показал класс. Вот у кого есть чему поучиться. Ну а сейчас хватит этих разговоров и воспоминаний. Самое время делать новые воспоминания и отмечать. Чуть меньше 100 инструкций, чуть больше 1 000 000 улыбок, незабываемых воспоминаний и ценных моментов. Сейчас самое время дерзать и ни на кого не оглядываться. Мы всем коллективам программы «Благовещенск. Инструкция по применению» желаем процветания, побед и новых свершений. За Фабиани! С днем рождения! Ну а Дарье, дежурной по рубрике, осталось только поблагодарить свою работу за то, что дарит такие незабываемые моменты и огромную теплую дружбу.